Сейчас мы рассмотрим довольно важный аспект подготовки на мешках и любого поединка в целом. Это дистанция, перемещение и защитные действия. Ты должен понимать, что мешок — это статичный снаряд. Он просто стоит, чего в бою не бывает. Противник всегда двигается и перемещается. Так что попасть по нему довольно сложно. И для этого нужно чувство дистанции. Просто подойти к мешку и влупить — это дело одно. Так можно выставить силу. Но подойти к противнику, чтобы попасть, дело совсем другое. И здесь нужно чувство дистанции и точность удара. Сейчас я вам покажу наработки, которые можно делать именно для отработки дистанции, защитных действий и перемещения. Все это в основном отрабатывается сериями и комбинациями. Сейчас я буду показывать и параллельно рассказывать, что, как нужно делать. Смотри. Следующий момент. Опять-таки с дистанции прощупали. На выпаде, на подшаге, подскоке делаем два прямых. Опять дистанция. Двоечку попали, вставили. Противник или закрылся, или сделал уклонный рот, пошел на тебя. Мы сразу после двоечки делаем шаг в сторону, смещаемся на 90 градусов к противнику. Встаем четко сбоку. И добавляем лоу-кик по задней поверхности бедра. На мешочке это хорошо можно отрабатывать, да, мешок статичный, как и противник, который закрывается. Противник закрылся, стоит на месте. Мы смещаемся и бьем уже сзади лоу-кик. И еще раз. Дистанция. И добавили сразу лоу-кик. С дистанции. Ушли. И лоу-кик добавили. Обязательно вот этот уход нужно делать прыжком. То есть никаких лишних движений ногами. Сокращаем дистанцию за счет одного прыжка. Да? Пам-пам. Сразу на правой ноге уходим в сторону. Бам, встаем сбоку противника и добавляем правый лоу-кик. Отрабатывайте, это отличное движение, когда двоечку попал и сразу ушел в сторону. Любые ответные удары противника, они будут в никуда, в воздух. А ты уже стоишь четко сбоку противника и можешь ему добавить любой удар, который уже будет максимально эффективен.